Здравствуйте, с вами Олег, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру The Black Reloaded. Так, патрончики нам всегда были нужны. Снайперская винтовочка у нас на черный день. Чё-то чуйка у меня, что тут сейчас будет бегать как сумасшедшие везде. Да, больно, я знаю, но что делать? Так, вроде больше никого не видно, не? Да сдохни уже там. Фу, накрышил меня чуть-чуть этот малыш. И херово то, что у меня и патронов мало, а этот автомат не из той парафии. Ну и хорошо, где патроны, ёшкин кот. Ой, зажали патрончики, я понял, хорошо. Пускай будет. Буду жопой своей стрелять. В Багдаде все спокойно. Ах ты, сука, паршивая. На, блядь. Учись, студент. Как надо нападать. Так, дайте какие-то патрон тоже, блядь. Что такое? Нигде ни хера нема. Ах, ёшкин, жадные разрабы, блядь. Ууу, да вы что, какой-то есть патрон. Так, сейчас надо подумать. О, вот этот пес смердячий. Что-то я так пересрал, что аж все, блядь, запустил в него. Гранаты, ну ничего. Это что такое? Это обычные автоматики. Очень хорошо, что обычные. Я бы тоже хотел такую, как у него, ракетницу, блядь, с лазером. Я не знаю, где ее нарыть. Так, надо бы найти сейчас какие-то еще гранатосы. Ага, вот нам сюда. Кстати, а сюда тогда что? Ага, здесь ничего. Никого нету, да? Так, это хорошо. Две. Две малышки нам дали. Параша, ука. Чудесно, в туалет пока не хочется. Поехали дальше. Оп, 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 оп. Да вы задрали меня, эти говногранатометчики. Ого, это что такое было сейчас? Бля, ну чё патроны не учитываются здесь? А, здесь нихера. О, не дрожи, бля, малыш. Это аж голова задрожала от страха у этого вояки. Сиди, о, мама мия. О, это я люблю. Да, чувак, до свидания. По-моему, там двоих должно было засандалить, как по мне. Ну, все возможно. В нашем мире бушующем. Может быть, и не убило. Тут игра бы меня не удивила, честно говоря, такими пируэтами. Вот это я выдал, блядь. Я же знал, что эта сука здесь в плотняк выйдет, блядь. Ну это жесть какая-то.
Извиняйте, ребята, но тут непредвиденные, бля, обстоятельства были. Говно. Так, ой, тут что-то, какой-то пар бандитский. Так, мы сейчас будем с этим, с дробовичком поаккуратнее, чуваком. Так, а где этот парень с дробовиком? Вот я его отсюда хочу увидеть. Вот где он здесь взялся? Вот кто мне может сказать, если его там нету, реально? Вот где этот дробовик? Я из-за этого не взял эту пушку свою, блин. Хер с ним, переживем. Vapor discharge ahead. Not enough to burn. Jets of steam in the next area. Even in your suit, you'll burn standing still. Keep moving quick. Getting through. Шевелись быстрее. Да я сейчас сварюсь, как рыба. Подводный лабиринт. Че за подводный лабиринт? Это там, где горячая вода? Так, это... А ну иди сюда. Я тебя сейчас устрою, блядь. На! Пошел взад. Да, я тоже так умею, блядь. Так, тихо, тут надо посмотреть, или тут... Еще один клиент, бля, как мне бы его... На, блядь, если... За то, что ты гранату мне здесь кидаешь. Рыбу глушишь. Да-да, малышня. Карандашня. Так, что тут дальше? Вроде все спокойно, не? Сейчас узнаем. Ну, вроде бы спокойно, не знаю, не знаю. Тик-тик-тик. Никто не прячется. О, а что это такое? Сейчас, минутку. Так, что это тут есть? Патроны, это. О-о-о-о. А, понял. Крутая волына, я вам скажу честно. В конце игры как раз появилась, я очень рад. Лучше поздно, чем никогда. Че это там мигает? Так, надо быть здесь очень внимательным. Впереди, мне кажется, еще куча неприятностей. Так, ну здесь сохранение пошло. Это хорошо. Но музыка ничего хорошего не сулит. И чё?
У-у-у, вода поднялась. Отлично. Вода-то моя стихия. Так, хорошо. Так, тут у нас нету сюрпризов. Нет, нету, да. Ну, пошли дальше. Так, так, так. Единственное, что надо понимать, что тут задержка выстрела. Вот что. Тут надо чуть будет заранее стрелять. А так, в принципе, все. Все окей. Так, здесь ничего интересного. Ныряем. Пошла нахер. Так, надо сейчас будет глянуть, как тут пройти бы лучше. Ух! Долбануло меня. Где это говно? Надо быть очень внимательным. Здесь еще два снаряда. Ой, блядь, таки попало. Но! Фу-фу-фу. Здесь где-то должно быть, я думаю, оружие. Ага, я вижу там что-то. Тут, блядь, никаких патронов не хватит. Ага. Надо искать, здесь где-то должны быть патроны. Еще запускает эти, блядь. Вот это вот самая херня, что вылетает вот это сверху. Так, не заигрываемся. Yes.
красота. Все, Бобик сдох. Поплыли. Да, этот второй пулемет меня выручил очень сильно. Бо с автоматикой там бы до завтра стрелял, да. Вот так вот. Оп. Взламываем системы тут. Миссия невыполнима, блядь. Так, поехали. На базе. Lieutenant, come in. Hang on. LT, I know you're in a confined space. Talk to me. Just feels like I can't get the air in my lungs. Keep it together. Deep, slow breaths. Eyes closed. Come on, Pendejo, talk to me. А что ему поплохело так? Okay. I'm moving forward. One step at a time. What happened to you, Pierce? I'm moving. Let's drop it. Ну хорошо, потом. Chemical lab should be on the other side of this basement area. Хорошо. Так, пулемет пригодится. И что-то туда идти, да? Оттуда я пришел. Ну хорошо. Ну еще пулемета можно будет пострелять. И что, все? Как-то быстро все сдохли. Значит, непривычно. Так, патрончики. О, гранатосы. Ага, у меня полные. Contact. Crab drones. На тебе, малыш. Ой, блядь, промазал. Хотел в глаз ему попасть. Какой звук, блин. Блядь, ну и снайпер еще тот, блядь. Так, все вроде бы, да? Этих крабов поубивали. Ничего с них толковое не выпало. Это досадно, честно говоря. Так, пойдем-ка сюда, здесь может быть что-то полезное. Ага, есть такое. Оп. Так, и на снайперскую винтовочку оружие пошло, и сюда, и плюс еще 4 у меня, я не знаю, или были, или нет, но они есть. 4 бомбы мне очень нужны. Для уничтожения врагов. Тик, есть, оп. Еще одна дверь, ёлки-палки, сохранение. Это хорошо. Так, что-то мне кажется... О, блядь. Короче, тут понятно, тут жопа, я вам скажу, ребята. Тут надо не так играть. Тут надо будет совсем по-другому сыграть. Куда это говно?
Надо следить за тылом. Так, этот есть. Очень внимательно. Давай, 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 вепон. Вот тебе и вепон. Так, есть. Фу, блин, так, успели, успели мы это все сделать. Все-таки эти, я вам скажу, подствольный гранатомет это очень нужная вещь. Видите, как она выручает здесь. Ну, вылазь, вылазь. Бздуняра мелкие. Туда дошли. Так, патроны. Куда бежим, малыш? Ты что? Can't enter chem lab directly. Need to find a way through the sewers. Got it. А нехер тут бегать. Так, музыка уже успокоилась. Это меня просто радует. Так, а тут что у нас? Ты чё? Охерел? Так, патроны, патроны. Есть такое. Откуда это говно катилось? Я что-то думал, что здесь эта херня будет. We need more intel on this IHS weapon. This comes from the top. You're not talking Sterling or Charon. You mean the GSA. The people who run the world. You and me, we're just soldiers. But the powers that be, they're playing chess with us. We're caught in the middle. We're the ones who get crushed. Давай ныряй, малыш. Там какое-то бурлящее, блядь. Ух, как в суп пошел. Темный тоннель, ё-ё-ёй. Понял, сейчас. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо. Ой. Вау-вау-вау-вау. Что такое? Ой-ой-ой. Сейчас не доплыву, блядь. Ай, не доплыву. Бля, реально, ребята, так это чихня, блядь. Да понял я уже, как тут рулить. Да ёб твою, как я не попал. Да, блядь, да как он умудрился еще там задеть? Вау, вот тут я уже, извините, никак. Тут такие скоростя уже, блядь. Что хочешь, не хочешь, попадешь. Блядь, ну что такое? Не, ну это я надолго, наверное. Мне чуйка, что я тут так быстро не пройду. Да подожди, ты хватит меня учить уже, как тут... Так что ты нахер, блядь?
Ёб твою. Ребята, это здесь какая-то жесть. Ууу, еле прошел. Не завидую. Ребята, набивайте руки, потому что у меня тут чуть стресс не случился, блядь. Фу, блядь. Тут какое-то сохранение хоть дайте, потому что... Фу. Вот тут у меня уже просто, блядь, жопа. Так. Until you hand over the samples of Xenobacillus stellum, the GSA will be unable to commence our own weapons program. That leaves the GSA at a critical disadvantage. I appreciate. No, you don't. This is our only focus at this time. You assured me that Charon could get the job done. And we can. Charon is the only military company that could have pulled off this assignment, I might add. And my operative, Pierce, is securing the samples right now. What you should do is ask yourself how much your rivals will be willing to pay for the sample. Then ask yourself if you're paying. Что ты хочешь торговать, а? Этим оружием, что я хочу добыть? You bastard. Это 100%, что он ублюдок. We'll talk again soon. Знакомьтесь, X. Че там, XS, X5? Так, фу, выбрался я из той жопы, и это меня просто обрадовало. Так, теперь можем дальше продолжать наше путешествие по этому заводу, или что это за хрень здесь? Ой-ой-ой, люблю я это все. Так, берем-ка наш любимый гранатометос. И сейчас будем всех всех нагибать будем сейчас. Очень круто всех нагибать. Круто. Мы тут всех нагнули. Ой, малыш. А, ты видишь врага, ну и что, надолго тебя хватило, малыш? Воу, здесь уже реально какая-то лаборатория. Это да. Some kind of toxin. Probably a byproduct of the ignotum refinement process. Так, патроны у нас на максимал. Есть, малыш. Давай еще один. Живой. Давай выглядывай же. Так, это мы сейчас все сделаем, только я патроны еще доберу. Есть. Крутим, вертим. Ага, осушили этот бассейн. An IHS research team found a meteorite off the coast of Gondwana. They call it wormwood, like in the Bible. This meteorite, it had that bacteria, Xenobacillus stellum. Which means foreign rod-shaped bacteria from the stars, or XS for short. The extraction process for XS was so difficult and volatile that... They had to build XS. Exactly. So this XS, when properly treated, it releases this new element. They call it ignotum, which means unknown. And that... That's their high-tech weapons program. A bacteria. Something that you don't have to manufacture. It manufactures itself. And so the GSA is using me to take out a potential threat. After which, they'll tell Sterling to clean up the mess. A bullet in my head. Может, этого Стерлинга нам убить надо будет? Я только за. Что, он походил потом в бассейн, походил и он. Перешел, наконец-то, на другую сторону. Но неужели? Так, ну патроны мне нужны.
Так, гранаты есть, полный боекомплект, все, окей. Так, сохранение. Ой, это плохо. Ой, это плохо. Вот это и есть плохо. Не так будем делать. Не так, не так. Я понял, какая тут обстановка щепетильная. Так, надо сначала этих военных убирать. Есть. Так, прошли эту чепуху. Опять у меня нехватка патронов. Так, сохранение, это хорошо. Ой, боекомплект, это очень даже хорошо есть. Прям все коды знает. Везде чик-чик и пошел. Take this bacteria, XS, and it excretes this element. Ignotum? Yeah, it's a metal, but it's liquid at room temperature, like mercury. Thing is, when you treat it properly, it becomes a solid. Then what? Run a current through it, and you have a weapon, like the stun gun you found. The weapons are solid, but hardly earth-shattering technology. There's no upper limit. You crank up the voltage, and you've got a weapon of mass destruction. Damn. Yeah, this is bigger than Stirling or Caron. Right. Gotta keep it from falling into the wrong hands. We need more information. Так, какое там задание? I reached the storage area. Contact. Rail turret. Так, здесь турели эти сраные. Мне единственное, что интересно, почему нету здесь никаких военных? Вот это меня больше настораживает. Что вы на одно и то же место становитесь? Давай, выглядывай. Три патрона.
Так, да, перешли на снайперское оружие. Вариантов у нас тут не осталось. Где патроны, народ? Дайте хоть что-то. А ни хера не дойдут. Так, есть патрончики. Так, а тут что у нас? А тут ничего. Так, проходим дальше. Так, нам наверх, да? А, здесь ничего хорошего нету. Еще один кодовый замок. Да что вы? А тут нельзя какие-то было оставить мне? Хоть ящичек с боеприпасами. Оп. Оружейная платформа. Да. Sounds good. You don't seem worried. I'm feeling like a $2 hooker from Kansas City with an unscratched lottery ticket in her purse. Unaccountably optimistic. Понятненько. Ну что ж, с вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.